Всем доброго дня! Сегодня мы закончили курс по строительству печи, сняли полностью все процессы, как печка строится от нуля и до трубы. Что здесь мы можем видеть, то есть печь отопительная, печь с котлом, но также мы в порядовках прорисуем, как и футеровка устанавливается. Печь строилась 7 дней. Почему 7? Потому что, ну, приходилось объяснять каждые моменты, то есть как раз, чтобы можно было человеку не знающему вникнуть и понять, как эта печь строится. То есть, ну, это или другая, то есть все процессы мы показывали. Важная особенность курса состоит в том, что мы записывали его не где-нибудь в мастерской, а на объекте у заказчика. И показываем строительство печи от первого кирпича и до растопки. Инструменты, материалы, способы кладки – вы будете знать все тонкости, которые нужны новичку, чтобы самостоятельно построить печь. Практическую часть сопровождает теория, где преподаватель рассказывает о классификации печей, необходимых расчетах, основах работы в SketchUp и других полезных вещах. Помимо теории и практики, к курсу прилагается готовый проект, библиотека элементов для проектирования и обучающий урок по резке кирпича. По завершении курса вы сможете сдать нам экзамен, получить третий разряд и свидетельство о профессии государственного образца. Общий вид, как печь собиралась, и все нюансы, то есть мы снимали на камеру, проговаривали, как это делается. Печь строилась в деревянном доме с деревянными простенками, то есть все пожарные нормы выполнены по отступкам, по разделкам. Труба на чердаке заштукатурена также, чтобы не было выброса искр, если там где-то что-то подмоет. Спасибо, что смотрите наш канал. Кому интересно обучение, кому интересен курс, вся информация будет в описании к ролику. Обратившись туда, вы найдете нас свободно, то есть и можете заказать вот такой курс и выполнить такую печь у себя уже дома. Просмотрев этот курс, то есть проблем не будет ее сделать. Так что звоните, пишите, обращайтесь, ставим лайки, подписываемся на канал «Ваш печной мир». Со мной поделился тоже более опытный старый печник. В процессе кладки трубы делается вот такая пробка. То есть берется обычный мешок, запихивается всякое разное, то есть тряпки, старые мешки. И вот это дело заталкиваем вот сюда. В процессе кладки, чем вы будете выше подниматься, вы его постепенно, то есть за собой, вот так вот подтягиваете. Только не забудьте про него, когда при укладке раствор будет падать туда. То есть, и чтобы этого не было, сам колодец, чтобы он не падал, он будет падать на мешок. В процессе того, когда вы его тянете, этот раствор будет так по стенкам аккуратно размазываться. Мастерок, допустим, он может провалиться, но он упадет на мешок. То есть удобно будет его здесь достать.